Родители, дети, воспитатели, просто жители Трехгорки одобрили идею поставить на территории памятный камень сразу. Все включились в работу, вместе выбирали образец. Хотелось, чтобы это был не обелиск в память о погибших, а все-таки памятный знак о великой победе советской армии. Когда воплощали, мы прежде всего надеялись на то, чтобы детки наши, так же как и мы, помнили, гордились и чтили память воинов, которые подарили нам тот мир, в котором мы живем сейчас. И я думаю, что дети, видя то, что установлено у нас сейчас в детском саду, они никогда не будут забывать о том, какой подвиг совершили люди. Активно включилась в работу руководство местного ТСЖ. Помогли финансово, организовали доставку и установку памятного знака в детском саду. По зову сердца я откликнулся на предложение детского сада организовать этот мемориал для патриотического воспитания нашей молодежи, наших маленьких детей. Помогал вот мои сотрудники, которые со мной вместе работают. Мы вместе организовали привоз этого камня силами и немножко поучаствовали лично от себя в финансовом вопросе для организации данного мероприятия. Впервые в нашем районе памятный знак появился на территории дошкольного учреждения. Важно, чтобы дети с раннего возраста знали о великой победе великого народа. Я хочу поблагодарить директора и все руководство этого садика. Самое главное – понимающих и хороших родителей. Благодаря их усилиям и стараниям, благодаря стараниям совета отцов, которые у вас здесь находятся, и находятся очень хорошо, мы видим совместную вашу работу. Хочется вас поблагодарить за такой союз. Союз трех направлений наших образовательных структур. Это дети, родители и наши воспитатели вместе с руководством детского сада. Неизменный атрибут праздника – красная лента. Почетные гости с особым трепетом перерезали ее и вместе возложили цветы к памятному знаку в честь 70-летия Великой Победы. Так как у нас не так давно прошел конкурс агитбригад, посвященный памяти 70-летия со дня Победы, и родители очень сплотились, и вот эта идея, и дух поддержания, вот этой эстафеты, хотелось какого-то продолжения. А Трехгорка – это такой достаточно сложный микрорайон, такой небольшой островок нашего дружного района. И вот они решили, что все-таки такой вот точкой будет именно этот каменный памятник. В детском саду номер один много традиций. Теперь появилась еще одна. Каждый год дети, родители, воспитатели будут собираться около памятного камня и чествовать День Победы. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».